Лайк! Подписка! Бубенцы! Пиши под этим видео столько комментариев, сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале. Всем огромнейший привет, уважаемые друзья, зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Евгений, ну или Матрикс, если кому-то так удобнее, ребятушки. Вышел наконец-то просто долгожданнейшая Папи Плейтайм. Третий чаптер, глава 3. И аллилуйя, вы не поверите, но он с русскими субтитрами, он с русским языком, то есть это теперь настолько будет нормально, насколько это возможно. Спешу записать данное видео, прямо сейчас его буду выкладывать, между прочим. Сейчас у меня поздний вечер уже, так-то вот, к слову говоря, поэтому это заслуживает лайкосика, я так полагаю. Обязательно поставьте видео на паузу, сходите на кухню, принесите различных вкусностей, разложите их перед своим просмотровым местом. Чаечек обязательно, я сегодня без чаечка, но не берите с меня пример, это очень плохой пример, надо обязательно чаечек или что-нибудь такое жиденькое. Снимаем видео с паузы и начинаем наслаждаться просмотром. Следующие минут 30, да, на этот раз не 40, минут 30, потому что надо быстренько записать серию, сделать ее короткой, как выстрел, и чтобы она прям в пули попала. Пройдем обязательно игруху, вы не переживайте. Вот, запишем, сделаем, погнали. Я понимаю, что надо продолжить, да? Да, наверное, продолжим, потому что у нас же третий чаптер. Так вот, следующие 30-40 минут вашей жизни будут крайне интересными. Какого хуя? Подожди. Сразу хочу сказать, что я не видел никаких трейлеров и прочего. То есть просто вот сейчас скачал игру и иди твою мать, а она вот такая. Причем такое ощущение, как будто бы графон поменялся очень жестко. А, кисонька, здрасте, ёпта. Вы видели, кстати, этого мордоворота на заставке? Я, честно говоря, немало охренел, когда его увидел. Он же здоровущий, а хрен знает что. Так, подожди. А откуда я упал-то тогда, получается? Чё вы мне несёте? Чё? Меня жмут! Меня давят, как мусор! Подожди, а как это работает-то? Я не помню, как это работает, ребята, мне пиздарики тикитави. Воу. Ну мне реально пизда, подожди. А как мы могли хватать-то всякие вещички? Причем запрыгнуть-то я не могу ни хрена. Я не могу запрыгнуть, вы серьезно что ли? Иди твою мать. А, я вот здесь могу залезть? Так бы сразу и сказали, алло. Так я что, вот сюда должен попасть что ли? Или нет? Ну приседать-то я могу. А куда дальше-то? Алло. Или мне надо чего-то дождаться, я не понимаю. А, стой, смотри, вот там лестница где-то проебана. Подожди, постой, погоди. Немного. Ха, я понял. Я... Поищи предмет рядом, который могут тебе подтянуться, жми. А, ну так вот, пожалуйста. Ой, могу двумя руками даже, прикинь. А как теперь подтягиваться-то? О, боже мой. Это будет сложно, пацанва. Я уже не помню механику. Так, поршня. Поршня выглядят довольно... Опа, сурово. Так, куда нам надо идти? Начнем. А, вон вижу проход. Начнем осматриваться. Почему бы и нет? Начинаем осматриваться тогда, когда к жопе подгорает, да? Ну, мне вот сюда 100 пудов. Воу, спокойно, тихо. Опа, пятюнечка. Всем пятюня, ребят. Пятюню, тыщ. Пятюню. Кто первый поставит пятюню в комментах, обязательно поставлю сердечко под пятюней. Сердечко под пятюней каждому. О, по морде бочкой получил. Так подожди, мне сюда... мне сюда надо? Ебо здесь скрытых всяких моментов. Ай, отдай. Нет, это я притянулся уже. Стопы, не понял. А мне сюда надо или нет?
Здесь какой-то тайный проход? Серьезно, я нашел тайный проход какой-то, да? Здесь вот очевидный проход. А здесь-то неочевидный какой-то проход. Иди сюда. Он практически задний, этот проход. По-моему, это наебос, короче, нет там ничего. Да, конечно, господи, вот же дверь, алло. Трактор. Нажмите Е для взаимодействия. С чем? Так, стоять. Здесь вообще много всякой интересной фигни. Давайте-ка осматриваться. Так, подождите, я сделаю маленько по-другому. Так, я маленечко поправил гамму. И я словил определенный охуенес. Кстати, да, лучше стало видно. Лучше же, да, стало видно? Ну, лучше стало видно, скажите. Я для вас, между прочим, стараюсь. У меня, оказывается, разрешение стояло 1200. Я что-то смотрю, еще картинка какая-то такая, не очень. Потому что во время кат-сцены графиней был мое почтение. А я туда... Не, смотри, могу. Там что-то лежит. Но я не могу это взять. Ладно, неважно, значит. Если не могу, значит, неважно. Записки есть какие-нибудь интересные, а? А если найду? Если найду, то прочитаю. По-любому прочитаю. Стой, ты что, кровище, что ли, текет? А откуда может столько кровищи-то течь? Вы чё? Это кровепровод? То есть у всех нормальных людей есть водопровод, а это кровепровод, походу. Смотрите, все исцарапано. Это кысонька, ети ее матерь. Эта кысонька здесь все исцарапала и изодрала. Я бы такому, плейтайм, набил бы жопу ремнем за то, что портит мебель, сука. Ну это крайне криповая сцена, ребят. Ничего не хочу сказать, я, конечно, не ссыкло, но увидите такое вживую, какал бы кефиром очень-очень долго. Так, ну нам сюда. Давайте не будем тогда бобрить голову и потихонечку по... Петюня? Что происходит-то, алло? А что так сразу началось? Ебать, смотрите, некроморфы. Это яйца, что ли, висят? Смотрите, мудячие. А, это голова динозавра, господи, боже мой. Мне аж стыдно стало. Сохранение, хорошо. Ага, я понял. А я думал, что это мудя, представляешь? Представляешь, мудя. Блять, паркур ссаный, терпеть его не могу, но спасибо разработчикам. Он здесь хотя бы сносный. Допрыгнул? Допрыгнул, я допрыгнул. Носик почесал, допрыгнул. Ну, с честных пиздюлям, как известно. Чё это такое? Чё сейчас со мной было? Меня что-то проказябило. А, тут пройти можно? Блин, фонаря нету. А есть... Нет, нету фонаря. Печально. Без фонаря так себе хреново на самом деле. Его? А, ну ладно. Стопы, нахуй, ты чё, куда? Давай сюда, иди. А мы как-то можем? А, можем. Подожди, я как барон Мюнхгаузен, что ли, сам себя за волос поднял? В чем логика срабатывания этой херни, я не понимаю. Ну ладно. Допустим. Эх, у Женьки нос чешется, лайк поставил? Поставил лайк. Смотри, какой изуродованный заяц. Поставь обязательно лайкос. Иначе... Как бог черепаху, вот честное слово. Вот не доводите до греха. Не доводите до греха. Я тут сижу в 11 часов ночи, записываю вам видос, чтобы вы посмотрели, посидели в своей Московии там. У вас 4 часа разница со мной. Откройте, я говорю, откройте. Эй. Так, ладно. Значит, тут это работает, а тут нет. Что за избирательность идти ее вдышло? Воу, мамашка. Господи, дай пятюню, дай. У, колбаса висит из кишки. А, это язык кошачий, матерь божья. Ладно, все, проехали. Вопросов больше не имею. Обратите внимание, небольшое отступление, ребятушки.
сетап? Серьезно? У нас инвентарь появился, вы угораете. Снаряжение разное будет. Охренеть. Что ж, миссис Харпер, расскажите, что произошло. Не упускайте ни одной детали. Дети укладывались спать, как обычно. Все были спокойны, вокруг тишина. Кот Дремот уже наполнил... Блять. И тут я слышу классный крик. Ребят, ну я не смогу это прочитать. Я понимаю, что детям иногда снятся кошмары, но... Расширенные зрачки и дрожащие губы... Как ее взгляд бегал по комнате. Клянусь, когда я взяла ее руку, мне показалось, что ее кровь кипит под кожей. Ее мучили какие-то жуткие видения. Она... Простите, я не... Мисс Харпер, мы делаем все, что в наших силах, честное слово. Но нам важно это знать. Мария вам рассказала, что видела? Да, она сказала, что это был монстр, бесцветный монстр. Господи, я чувствовал, как колотится ее сердечко. Она думала, что он стоит рядом. Не двигалась она очень странно, размахивала руками, пиналась ногами. Я хочу с ней поговорить, узнать, как дела. Мне бы услышать ее голосок. Встречи крайне нежелательные, мисс Хаппер. У нас сейчас слишком много забот. На секундочку. Но не волнуйтесь, жизненные показатели в норме, мы следим за ее состоянием. С ней все будет хорошо. Нет, прошу простить мне беспокойство. Просто верните мне мою малышку. Конец пленки. Смотри, здесь тоже подрали. Это диван с Хаги-Ваги? Нихера себе, такие, наверное, есть на каком-нибудь Валберисе. Надо посмотреть. О, газировка. Грузинская, судя по бутылке. Так. Обратите внимание на качество детализации. Я начал и не договорил. Качество детализации, качество наполнения картин... Погоди, постой, подожди немного. Снова ждет его дальняя дорога. Нас же кот сюда бросал. Здоровенный котяра нас сюда сбросил. Здесь все в кровище, и дриво вдышло, это его логово. А мы здесь ходим так спокойненько. Игра стала безумно богаче на детали. Изменился графон, добавили детализацию, это очень радует. HDR, скорее всего, добавили. Ну это круто. А в любом случае, нам необходимо батарейку воткнуть сюда и... Я так понимаю, что найти еще одну? Да, пожалуйста, вот она. Ничего сложного, все как обычно. Я, может быть... Излишне где-то шароболюсь, то есть смотрю, вот так хожу. Но, ребят, поймите меня правильно, мне крайне интересно. Я ждал эту игру, мне очень нравится эта игра. Как ты здесь оказался? Поэтому я хочу осмотреть все как можно внимательнее. Но обещаю, что сильно затягивать не буду. Размести батарею в розетку, чтобы подвести энергию. Ну так мы же уже это сделали. Слонопад... А че он беззубый? Ты на зоне сидел и те зубы выбили за твои проступки. Буба-буба-слон! О, я тебя помню! Слон ничего не забывает. Хочешь знать, что я тебя помню? Охуенно! Все хорош. Так, телефон. Телефон. А как взять телефон? R, показать описание. AD, поиск предметов. Подожди, а как взять телефон-то? Просмотреться, пробел, присесть. Не понял. О! Кстати говоря, да все в кровище. А, телефон, япона мать, он на стене. Эй, ты слышишь? Вижу, ты в растерянности. Не хочу твоей смерти, поэтому помогу тебе. Спасибо. Смотри, там на дальней стене труба, приготовься. Бабах. Используй эту батарею, чтобы открыть дверь.
Какая? А, вот эта труба. Спасибо. А можно как-то добросить ее? Я почему-то думал, что он ее добросит. Ну? Это работает, представляешь, что? Это странно, но это работает. Ух ты! Это твоих рук дело? Наверное, там кот Дремот тебя и нашел. Ты, наверное, злишься на Поппи из-за того, что она помешала тебе сбежать. Просто ей нужна твоя помощь. Нам всем нужна помощь. Ты наша цель. Мы вместе можем спасти много людей. В том числе и тебя. Приют прямо по курсу. Там живет кот Дремот. Это один из улыбающихся зверят. Раньше их было 8, кажется. Остался только он. Приют для него святое место. Это зона охоты. Там он делает все, что захочет. Поспеши, будем на связи. Меня, кстати, зовут Олли. Олька, приятно познакомиться. Алюсик, ебода мать, ты бы объяснила, что происходит? Я думал, что это Поппи, ну вот это Паппи, Поппи, Плейтайм, которая рыжая кукла эта мелкая, которую мы освободили. А это, оказывается, Олька. Олька из зайчика, видимо. Такая из зайчика вышла, говорит, пойду-ка я в другую, не менее хайповую игру. Хайпану и там на раз. Опа. Прикинь, что я наделал. В смысле? Серьезно? Ну ладно. Я, честно говоря, думал, что я нашел какую-то тайну, секрет или еще что-то в этом роде. Бля, какие же они криповые создания, я не могу. Меня просто подрывает. Здоровый 40-летний дяденька сидит и боится здоровенных кукол. Как вам, а? Как вам такое? Не кажется... Опа, что нашел? Бля, спокойно началось. Да что ты делаешь-то, алло? Хорошо. Так, сохранение. Сохранение. Ты. А чё мне сюда-то пройти как-нибудь? Можно? Алло. Леди. Пуньк. Разрешить пройти. Очень хотелось бы. О, рогами, говорит, пизданись. Спасибо. Я так и сделал. Слушай, не могу. Я думал под этим, под терминалом проскочить. Ну ладно. Что-то сенса у мышки какая-то упоротая. Хрен его знает. Подожди, дай-ка я попробую сделать поменьше. Вау, это вообще сильно. О, вот так вообще идеалити. Идеальная получилась сенса сейчас. Просто прям раз. О, полный оборот. Заебца. Обожаю. Так, сейчас будет поинтереснее вам смотреть. Ага. А нет. Подожди. Эти блестящие черви, о чем они говорят? Ну нет, кнопка не нажимается, ребят. К моему великому сожалению, кнопка не нажимается. Дверью по еблу. Исходя из предыдущих частей, из опыта, схватите ручку, поверните луч при помощи QE. Ручку. Всё. Направь луч ко входу питания, пока будешь держать источник питания. И огонь. Что? А, вот сюда огонь? Или вон туда? Вон туда, наверное, огонь. Ну... И что? Это новая механика какая? Вообще офигенно, кстати. Прикол. Прикольная механика. Мне нравится. Дополнительные головоломочки будут, ребят. Дополнительные головоломочки, готовимся.
Так вот, исходя из опыта предыдущих частей, я вангую, что сейчас мы будем... А, смотри, заработали! Заработали турникеты! Ха-ха! Будем долго-долго-долго шаромыжиться, решать различные головоломки. Нам будет интересно... А чё они все беззубые-то? А только как защеканцы из зоны. Различные головоломки, пыжиться, прыгать, паркурить и прочее-прочее-прочее. А затем нас будет ждать обязательно битва с боссом. И это будет офигенно. Ну-ка. Wanna go outside and hang out? It's looking pretty bad outside. Цыпленок Пинака. I've never been outside before. Will you come with me? I'm scared. Here, follow me. I'll step out first. Бля! Какая-то адская адовость! Жуткая жутковость! Я даже не знаю, как это сказать. Еще! Воу, нифига себе, какие прикольные обойки. Так, нам сюда, судя по всему. А, это прогрузки локаций. Я понял. Воу, 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 прикольно. Здравствуйте. Меня зовут Эллиот Людвиг. Глядя на современный мир, как вы считаете, чему больше всего недостает? Я как-то раз решил расспросить об этом. Денег мне никогда не хватает. Понимания меня вот никто не понимает. Веры, народ совсем ее потерял. Ответы были разными. И в каждом была одна своя доля правды. Но никто не упомянул одну важную вещь. О ней все забыли. Никто не вспомнил про улыбку. А что за звезда смерти? Улыбка выражает надежду, улыбка выражает любовь. Улыбка выражает понимание. Ничто не доставляет мне больше радости, чем дарить детям улыбки. Это технодром. Я счастлив быть тем, кто побуждает в них надежды и мечты. Технодром Шреддера. Ведь только надежды и мечты помогут нам создать лучшую версию мира. Из низи черепашек. Мир, где детям нечего бояться. Где дети живут под защитой. И вообще, без детей не было бы ни этой компании, ни игрушек. Эти дети созданы, чтобы улыбаться, чтобы любить. Они заслуживают жить дома в безопасности. Они заслуживают... Да, поэтому я, основатель компании Playtime, с огромной радостью сообщаю об открытии. Субтитры по-ебаному прикручены. Воу! Приюта! Это наш собственный интернет, интернат на фабрике. Это не просто интернат. Это школа, место для игр, место, где тебе рады. Это наша собственная подземная экосистема, где каждая деталь создана, чтобы вызвать у детей улыбку. Учителя и советники, отцы и матери. Тут есть все, что необходимо. Пусть наш приют приносит радость, вдохновение и улыбки всем, кто здесь оказывается. Ведь если не улыбаться, зачем тогда жить? А чё у ваших зверей улыбки какие-то беззубые? Вы им зачем зубы-то повышибли? Скажите мне, пожалуйста. Ага. А отвечаю, отвечаю. Как нажать? Это я, Оли. Клево тут, правда? Раньше здесь жили дети. И что с ними стало? Ну ладно, видишь старую статую в центре комнаты? Ну, вижу. Иди по ступенькам под ней. Там есть одна любопытная комната, которая питает весь приют. Могу дать от нее ключ. Так смотрите, у них под фабрикой был... комплекс, где содержались дети. И что-то мне подсказывает, что этот комплекс был экспериментальным. И дети там содержались далеко не просто так, а для того, чтобы ставить ужасные
умопомрачительные, бесчеловечные, отвратительные эксперименты. Да-да-да. Слушай, ну здесь можно бродить часами, мне кажется. Здесь такое наполнение локаций, это просто ошалеть. Это уже нифига не самая первая часть, да? Которая проходилась там за 15 минут, и в ней толком ничего не было. Вы посмотрите на это. Это уже выглядит очень серьезно. Так, ну... А если... А, да, если я туда упаду, там есть лесенка, все продумано. Разработчики молодцы по этому поводу. Продумали, получается. Динозавросветильники? Прикол. Динозавросветильники. Светильникозавр. Как бы вы это назвали, ребят? В комментариях прям подписывайте. Как бы вы назвали такую конструкцию? Светильникозавр. Мое название. Вы не знаю, как скажете. Еще один беззубый, безумный медведь. Бобби, обнимашка. Хочешь узнать, как сильно я тебя люблю? Привет, я Бобби, обнимашка. Хочешь узнать, как сильно я тебя люблю? Ну? Хочу, ёб твою мать, щекотка беззубая. Очень хочу. Но ты не даешь. Не даешь шанса себя полюбить. О, ты смотри, здесь есть здоровенная карта. Прикол. Ладно, будем ориентироваться. Зая-попрыгушка, давай попрыгнем до Луны. Хитророк, приветик, я Хитророк. Поможешь мне с картиной? Передай синий. Да я понимаю, я приду сейчас к статуе твоей, подожди. Я Буба-Бубослон. О, я тебя помню. Я Буба-Бубослон. Ой, я тебя помню. Давайте всех послушаем по кругу. Да... Что ты? Цыпленок Пинака. Может, погуляем на улице? А, ну у них у всех здесь по одной фразе. Привет, я Бобби и Мишка-обнимашка. Хочешь узнать, как сильно я тебя люблю? Пиколопёс, говорит Апорт. Это пиколопёс, представляешь, пиколопёс. Беззубый пиколопёс. Привет, я свинка-капризулька. Давай есть. Ну, таким ебалом до метку бы хапнуть. Я зай-попрыгушка, давай подпрыгнем до Луны. Приветик, я Хитророк. Поможешь мне с картиной? Передай синий. Ну все, этого мы уже слушали. Прикольно. Блять, три раза дверью поебал, получил, ничего себе. Итак. Вот это адский агрегат. Ага. Ага, ага. Ага, ага, ага. Ага, ага, ага. Ага. И чё? Подожди, здесь нет ничего. А зачем я сюда пришёл-то? Она же говорила, что здесь какой-то ключ должен лежать. Где у нас может лежать ключ? Давайте подумаем. А, подожди. Вот может лежать ключ. Ты ж ключ? Это ключ. Это ключ. Ключ-хуюч. Что ж, ключ у тебя. Теперь, наверное, тебя мучает вопрос. От чего этот ключ? Иди назад. Увидишь дверь. Слева от вагонетки, которая тебя сюда спустила. Ну, хорошо, давайте попробуем. Слева от вагонетки, которая тебя спустила. Вагонетка у нас нахуидится. Находится... Тут, если я правильно помню. Слева должна быть... А, вон, вижу дверь.
А, подожди, все понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Оп. Оп. Опыт третьей КС-очки. О, третьей КС-очки. Третьего квака. Есть! Отперли. Мы ее отперли с сохранения. Так, ребяшки. Ну, смотрите-ка, 30 минут мы быстренько наиграли. Давайте-ка я это видео быстренько поставлю на рендер и начну проходить дальше. А вы не забудьте поставить лайкосик под этим видео, для того, чтобы следующее видео по этой игре вышло как можно быстрее. Вот, пишите ваши комментарии о том, как вы сильно хотите продолжение. И я выпущу его прям вот молниеносно. Но только если комментов будет очень много. И лайкосов, кстати, тоже. Все, ребяшки, не забудьте заглянуть в наш телеграм-чатик. Там у нас очень секретный телеграм-чат, он внизу, будет ссылочка в описании, в общем, вам понравится. Там постоянно идет трендеж, каждый найдет себе собеседника по душе. Вот такие вот дела. На сегодня все, я с вами прощаюсь, с вами был Евгений или Матрикс, всем пока-пока, еще увидимся.